Доброго времени суток, мои дорогие любители жестокости и насилия, с вами снова, наконец-таки, я, Хидан. На этом канале очень давно не было роликов, никаких вообще. Почему? А потому что я ленивый мудак, и вообще я ушел в запой, и мы не будем больше возвращаться к этой теме. Данное видео это мой новый трай, это формат, в котором я еще ничего не делал, это типа гайд или что-то такое, да? И если он кому-то зайдет, то, пожалуй, я сделаю еще несколько таких на остальных персонажей. Ну что ж, погнали! Небольшая поправочка, данный гайд не совсем гайд, а скорее мое видение на то, как надо играть этим персонажем и что да как делать. А потому в данном видео я не буду тянуть кота за яйца и как-то подробно рассматривать всякие возможные билды перков и аддонов. Это мое личное мнение. И первый очень важный перк — это барбекю чили. Ты повесил одного пидораса и побежал к следующему. Дир Сталкер, ты завалил пидораса, можешь уйти от него, ты его все равно найдешь. А следующие перки на детект — это вороны и шепот. И я предпочитаю шепот, потому что вороны слишком дохуя спамят. И последним у нас Стинкерер, перк, который недавно переработали. Раньше он помогал тебе завести бензопилу быстрее, но сейчас он предупреждает тебя о том, что где-то заведен генератор на 85% и уменьшает на 8 секунд твой радиус террора данных. А если коротко об аддонах, то особо ничего придумывать не надо. Почему? Да потому что они не особо как-то и помогают. Самые важные это те, которые помогают тебе быстрее завести пилу, повторно завести пилу, и также сапоги, тоже ничего. Ну и самогон, конечно же, мы же все любим прибухнуть, сука. А теперь к геймплейной части. Как же играть за этого красавца? На самом деле все очень просто. Главное, что ты должен запомнить, это не надо заводить бензопилу каждый раз, когда ты видишь выжившего. Во-первых, хер раз два ты по нему попадешь, а во-вторых, мудак, ты видел цены на бензин? Ебанись, пришло время экономить. Конечно, я тебя понимаю. Ты сейчас скажешь, Хидан, ты ебанутый что ли? На кой хер тогда ему нужна бензопила? Нет, чувак, в первую очередь ты должен рассматривать свою бензопилу как средство передвижения от одного генератора к другому. Тут же подъехал к крюку, все очень просто. А главным орудием убийства для тебя должна быть кувалда. Чувак, ты ее видел? Она же огромная. Она огромная, как хер богатого и красивого просто друга твоей тёлки. Ну или просто хер твоей тёлки. Моя тактика очень проста. Ты приехал к генератору, увидел мудака и повесил его на крюк. Поехал к следующему генератору, увидел мудака и повесил его на крюк. Увидел, что того мудака сняли с крюка, приехал и повесил его на крюк. Увидел, что Тинкер показал, что кто-то почти завел генератор, приехал и повесил его на крюк. И так подохнут все. А на этом все. Почему? Да потому что хер раз два вы найдете гайд, который подойдет именно вам. Все мы люди разные и каждому свои перки удобней. Пробуйте, подбирайте, и тогда вы найдете именно свой билд, с которым вы будете разносить всех на куски. И кстати, предлагай свои билды в комментариях. А с вами был Хидан. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, поддерживайте меня, ведь от вашей поддержки моя кувалда растет и крепнет.